31 августа, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью ожидается 15 градусов тепла, днем до плюс 23. Облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 1 августа – Макринин день. На Руси святую нередко называли Макриной, и не случайно. Потому, насколько мокрый этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили – Макрина мокра и осень мокра. В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год. Коли на Макрину дождь, уродится рожь. Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов. На этом у меня все. И несмотря на пасмурную погоду, желаю вам солнечного настроения. До свидания!